Так, Дади, все спокойно. Богдане все спокойно, спокойно, спокойно. Богдане все спокойно, спокойно. Эта песня невольно приходит на ум, когда слышишь ответ о ситуации вокруг ТЭЦ-3 от главного энергетика области. Сегодня в ходе брифинга Маргулан Мараим, отвечая на вопрос о долге ТЭЦ-3 перед газовиками, который уже почти достиг 2 миллиардов тенге, ответил следующее. Между Казтрансгазом и ТЭЦ-3 было, значит, подписано соглашение, значит, разработан график погашения. На данное время по графику идут, по графику, погашение идет по графику. Проблем по старым долгам нету. Мы, значит, внимательно отслеживаем весь этот процесс и думаем, что по старым долгам никаких проблем не будет. Мы полностью добьемся, чтобы ТЭЦ-3 полностью погасил свою задолженность. Но, видимо, в областном управлении о ситуации знают не все, либо руководитель управления энергетики решил не озвучивать истинную картину. Реальная ситуация, как выяснилось, более чем серьезная. По словам заместителя акима города Бейсенбека Жамбасынова, сегодня в 10 утра Казтрансгаз Аймак планировал полностью перекрыть подачу газа АО 3 Энергоорталык. Сегодня утром получили предупреждение от Казтрансгаз Аймак о том, что с 10 часов будут отключать полностью от газопотребления наш единственный теплоисточник ТЭЦ-3 за имеющую задолженность в сумме 1,8 миллиарда тенге. Но это связано с тем, что на данный момент октябрь, ноябрь, декабрь было потребителям оказано услуги более миллиарда тенге. Эти оплата прошла где-то на уровне 20%. Это, как бы сказать, халатно со стороны наших жильцов, абонентов. И второй вопрос – это имеющая задолженность за прошлые годы. Хотя по имеющей задолженности прошлых лет есть график, согласованный предприятиями, она выдерживается. Но у нас большой укор на потребителей, в сторону потребителей. И в связи с этим сегодня утром состоялось экстренное заседание у акима города с участием работников ГКП Куаджилу Орталык с участием финансистов и других органов о том, чтобы активизировать работу по разъяснительным работам среди населения. И сегодняшняя будет создана группы, которые будут ходить по домам и будут указывать на тех нередливых наших, которых неплательщиков. Между тем, долги у монополиста по теплу образовались не просто так. Еще в августе 2015 года, когда задолженность составляла всего 960 миллионов, руководство города приняло решение помочь тепловикам и выделило 560 миллионов на покрытие долга. Тогда же был разработан график погашения задолженности. Тем не менее, за газ, потребленный в январе уже этого года, тепловики расплачиваться не спешат. На сегодняшний день вот Энергоорталык заплатил 74 миллиона. Сегодня. Да, на сегодняшний день. Потребил где-то на 265 миллионов. Это уже он даже текущее свое потребление не оплачивает. Так из чего образовались такие внушительные долги? По словам заместителя акима города, во всем виноваты недобросовестные горожане, не оплачивающие счета за потребленное тепло. Вот только в отличие от акима города, газовики заявляют обратное. Население, во всяком случае им, платит исправно. Надо отметить, что в Казахстане складывается странная тенденция. Самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками коммуслуг являются физические лица, например, пенсионеры и служащие. При этом некоторые юридические лица, крупные компании и товарищества, работающие и получающие существенные прибыли, могут месяцами, а иногда годами не оплачивать услуги коммунальщиков. Так или иначе, проблема на сегодняшний день решена лишь частично. Договорились об ограничении подачи газа с 35 тысяч кубов часовых до 25 тысяч. Остальная потребность будет покрываться за счет мазута. Но этот договор лишь на неделю. А это значит, что либо граждане, которых обвинили в нежелании платить, обязаны вспомнить о долгах, либо теплоэнергетикам, опять же, нужно вспомнить хорошую пословицу «долг платежом красен». Самое ужасное, что если не будут выплачены долги, пострадают аккуратные плательщики, те, кто готов оставить от пенсии и зарплаты минимум на питание, но прежде оплатить счета за коммунальные услуги.